экстри. Грибы вырастут, будет суп. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам в благодарность. Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастливая. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекания их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости. Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова?
Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебя причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Тьо, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутаций. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрин. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха! А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. Хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. И я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Витает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Давай!
Быстрее! А ну покажи ей! Не сдавайся, девка! Давай, давай! Шибче, девонька! Викарь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Ты что-нибудь слышал о веллинских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы. И херо знает, что еще. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в Темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Но мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вронецы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Прощай. Кажись, у меня чесотка. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Сам-то я не видел, но, говорят, схватил за плащ и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Я в стаканчик накатил. Может, на эту чудищу водки у тебя часа нету? Кузнецову... Чем могу... Я хоть...
про Крикотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Герой выискался. Народа спасите. Я хочу посмотреть. Бывай. Да? Покажи мне свои товары. Будь здоров.